по-всякому. Вот они, предатели. Вместе пойдем, а как бы по-всякому. Мы сами. Нет, вместе. Вместе, не вместе. Вы вот эту часть хотите все взять? А туда не хотите? Я вообще думал вот так выйти. Да, кстати, тоже как вариант. Вот это. Тут и дорога идет. И вот здесь тоже есть дороги, вот тут. И вот здесь пройти, и вот сюда опять же на дорогу, и все. А не вот эти. Тут хрен его знает. Привет. Привет. Начало бессонных суток. Перед стартом. Он взял интро. Стартанули. Идем на мешок. К водопаду наковальня. В том году, когда марафон финишировали, блин, такое ощущение было, что километров 30 прошел. Сил хватало. Да то же самое, да. Как-то вообще, я думал, там помогу. Оказалось, ничего такого. Пойдем до нас. Идем по трассе, иногда бежим. Да. Видеорепортаж сейчас в моде. Костя чуть-чуть отстал. А зимутанты вперед. Сейчас пешочком идем. Погода хорошая, тепло. Пока есть возможность, бежим. Трусцой. А нам сейчас еще чуть-чуть и наверх. К ущелью. А потом к водопаду. Начинаем переход через хребет к каньону. Опа! Чудо побегать всем захотелось. Ух, вылезли. Над ущельем мешок. Знакомое место, где по веревочкам лазили. Нет, вот так пойдем. Да. Видно водопад, наковальню, куда нам нужно. А внизу река Мишока. Первый КП. Водопад на ковальне. Костя, доставай палку. Вылезли наверх, подходим к копилочке. Он же экстрим парк Мишока. Где там Костя? Ждем. А, вон она. Прикольно, красиво. Блин, ноги разъезжаются. Вот нам сейчас туда, на гору Батарейную. Вот там Аминовка. Урочище, турецкий базар. А зимутанты рулят!
Ну-ка, зимутанты, голос! Коля! Дорога на батарею похожа на говняшечку. Говорю, по говняшечке идем. Месим. Какуля прикольная штучка. У каждого своя дискотека. Спикер, тетя, ну что, берете? Ползем на батарею. Организм моет. Тетя, не сиделась. Конечно, не сиделась. Раз в год такое событие. Всем привет, ребят. Вот как щеманулись, как побежали, вот так бежим, бежим, вот так вот, вот так. Пошло, вот. Да, вид горы батарейной. Вон оттуда смотри. Смотри, да, они, да, эти, смотри, коршуном летают. Сколько их? Штук 20, наверное. Коршуны. Поряд. Коршуны. Ну чё? Костян, доставай. Слейфи палка. Слейфи. Слейфи нам отделать надо. Машань, блин. Слейфи, мейфи. Я запикаю. Чувства переполняют. Ты не был здесь, Костян? Нет. И я не был. И я не был. Блин. Колдуны на горе батарея. Рунные камни. Трогать не будем. Хотя Димон уже трогал. Что Димон будет? Допинг принял? Давайте я вас слышу. Идем по дороге от батареи на Духан. Раскладушка, у нее тоже фотик в жопу втыкался. Ну, да. В чью? Зарядная. Сейчас такие фотоаппараты, телефоны, покажи, малый маньяк. Голова. Это ты с поленьем. На. Только стоим. Колян, это теплая термуха или такая простая? Теплая. Ну, подходим к пещере Духан. Да, ну, да? Ух ты, блин, красота, да? Какая! Ёшкин корень! Охренеть! Там тоже пещера? Не, это грот просто. Я говорю, летом тут не было, пару капель капало и все. Ага. Вот это, да, Духан? Да. Ну да, да все такое, там... Пообедали возле Духана. Сейчас уходим на Пятигорские поляны. Ребята, в папском туалете будут вытирать либо спереди, либо сзади. Если, говорит, будет вытирать сзади, то это полная жопа. А если говорить впереди, ну это... Считай, что женился. Считай, говорит, что да, женился. Ну, там, короче, за женибу начал. Ну, вообще, да, вот так, ну, так, ну там, да, там интересно. Эти сидят, ржут и вообще не могут. Да, да, слезы. Два путя, да. Не знаю, что мне, воды набрать? Набери, чтоб все было полное. Да, мужик, короче, приходит такой в магазин, консервы собирает, смотрит, смотрит, короче, мясо в жопа кита, короче. Слушал, ну хера себе, тебе надо попробовать. Вот возьму три банки, приходит сейчас, говорит, с тестом накатим. Такой ставит три банки, короче, все, тест, говорит, давай, говорит, жопу в кита, короче, назад. Так и открывает одну банку, бах, пустая, блядь. Открывает вторую банку, пустая. Открывает третью, пустая. Тест такой, блядь, походу нам самая дырка досталась. Я позорю. Ползем по бездорожью. Пока что на Пятигорские поляны. Надо выйти на грунтовку. Хочешь с детём солнце быть? Детём солнце? Будешь ***кой своей махать по полю ходить. Картины ваять, да? Можно и так. Запустить красную краску. Гоба попал. Гоба. Коля, это все на видео будет. ***кая картина. ***кая так рисует. Сидит тип, позирует вот такой, типа стриптизера такой, достает свою и по картине
Наваял реально типа рожу. Типа. Да. Это 17:15. Прям. Идем по грязи. Ребята, всем привет. В следующем году идите. Идем с нами. Не знаю, к кому ты обращаешься. Ко всем нашим, кто не участвовал. А кто будет участвовать, дай бог вам здоровья. И терпения. И терпения. Потому что мы тут чуть попутали в тропах, но не особо. Ничего страшного, дойдем. Да, не заблудились. Да, слава богу. Быстро нашли нужно. Вот идут ребята наши. Что-то им там воняет. В коридоре. Берем Пятигорские поляны в лоб. С боевым настроем. 20-17 рулит. Вот и поляны. В прошлом году мы ночью здесь шли. Ничего не было видно. Фух. Хоть посмотреть, как здесь по-светлому. Вот так выглядит триангуляр на Пятигорских полянах в светлое время суток. Опа! Еще и нагадили прям в центре. Конское говно. Нормально. Никогда его не было. События прошлогодней давности пробежали. Тогда снегом засыпало. Вот так, да, вот, это... вот так вот ходить по следам чужим. Да, ну, Серега обрел себе моя. Сапоги. Да, это называется грязевые сапоги. Грязь, грязь. Да. Серега, зато сейчас они высохнут. Ну да. Ага, Костя матерится. Ну блин, да. Это эмоции. О, мужская компания. Че поделаешь? Есть смысл их мыть, а? Ну, сейчас нет. Будет интересно. Вышли на трассу. И теперь идти 15 километров. Замечательно. До поляны Нежной. Наша банда идет вперед. Все так же идем по трассе. Марафону конец. Бля, что-то слева светится. Что-то слева, что-то справа. Это глаза. Да, вот там Лас-Вегас у нас. Казино. Азино, три топора. Вот азино, три топора. Надоели эти азино. Каждый, да. Чего не включишь, все азино сразу. Лучше я вообще ничего не буду трогать. 8:05. Привал. 8:05. По трассе. Бабка ягодка опять. 9:05 будем там. На базе. Где-то так. Ну что, нормально. Нам, дай бог, как раз свалиться на Благоузную оттуда. Нет. Это самец и самка, скорее всего. Вечерний самка большая, самец пидор. Самка американец, короче, да. Американка, да, а самец нет. А чё у меня фонарь не включается? Что за шляпа? Он понял, что дай все, я не догоню. Не присуну давай, сегодня. Давай, сюда, в ту сторону, давай тоже. Давайте, мы идем. Она тоже в марафоне. Джек, а минус это человек, как говорится. Тебя фокус поймает гостиницу. У меня? Да. Ну, со вспышкой здесь. Бля, ну у меня не видно, ни будет. Да. Джека. Да попробуем. Фонариком подсвечу. Ну, да. Костян, конечно. Минус один можно же делать. Можно поменяться, потом два кадра просто сделать. Ну, да. Да, потом меня одного. Проходим самую офигенную часть маршрута. Поймал. По бездорожью. Идем к гранитному каньону вот, от поляны Нежной. Время 10:30. Так, фиксируем, сколько у нас? 10:12. Умираем по ручью. Нормально.
вообще тяжко. Ну, терпимо. Вообще непонятно, как мы идем. Ну как-то идем. Идем в никуда. Не. По склону в 30 градусов. 30, да здесь мне кажется, 65. Ой, да. Где-то так. 30. В аквапарке зато побывали. Грязи палки, да. Угу. Идем по неизвестному волоку, который вывел нас к ручью Сашкова. Выходить к речке Сибири отказались. Идем уже на последнем вздыхании. Поприклеили. Он упал фасад. Так, снимаем наш полудник. Балумба, трусить что ли? Ланч. В 3 часа ночи. А я знаю, что Димон сейчас не пробовали. Выгребли на трассу. И довольный жрёт. Заболевшего колена отправили с Егором на машине. Неплохой, приятель, скажу. Ну, нормально, все. Я сейчас тоже. Колян отошел. Микрошип делаю. Кусты. Колян, возвращайся. Давай, зачем, бери. От гранитного каньона выдвинулись. Сытые, довольные. Но грести еще 16 километров. Всего. Всего 16. Зато идем по трассе. Переобутые. Что везет по трассе мы находим. Это да. Ну того, что прошли, уже хватило, ну, да. Чтобы нас убить. Это то, что нас не убивает, это делаем. 5.05. 5.05? Да. Идем и спим на ходу. На мосту через Сюг. Вот уже и светает. Я убежал вперед, парни. Чуть отстали. Медленнее идти не могу, потому что холодно. Пока идешь, хоть как-то согреваешься. Сейчас где-то плюс 3, наверное, где-то так. Фу, идти еще километров 6-7, наверное. Фига, чу, фига, чу, фига, чу, фига. Откуда, куда, не пойму, нифига. Хочу смотреть, какая там карта. Финиша нет, так же как нет старта. Фига, чу, фига, чу, фига, чу, фига. Откуда, куда, не пойму, нифига. Хочу посмотреть, какая там карта. Финиша нет, так же как нет старта. Возвращаемся домой, всем привет. Сквозь туман не очень хорошо видно.
Огонь. Лучше среднего. То бишь хорошее. Идем на финиш. Никак не дойдем. Идем, идем. Да, тянется. Дорога длиннее стала. Ну и день не короткий поди. Да, день такой. Простянут. Вот и Даховская. Но это еще не конец. Еще чуть-чуть пройти. О, что-то совсем отстали. А вот это Горогуд, куда мы так и не залезли, но хотели. Без 10:08. Сейчас заходим к Егорке, забираем спящего больного Колю, ждем остающих и идем сдаваться. Ну вот и финиш. Надо было поставить. Димон, прокомментируй итоги. Это была тяжелая гонка. Очень тяжело. Но мы все-таки сделали. Сбросы я ебал. 60 километров. Итого пройдено. Немного очков набрано. Но дойдено. Лучше, чем что было. Мы счастливы. Ура! Ой, ура! Давай! Ух, бежим, 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 бежим! Костян, доставай селфик!